Александр Штернов. Знаете, что я сейчас подумал, когда слушал эти песни? Вот песни и стихи военные, которые стали классиком. Классика – это же молитвы. То есть, чем больше их читаешь, тем больше их поешь, тем ты становишься сильнее, крепче. Да? И мир становится сильнее. Это молитва. Стихотворение Твардовского и песни Высоцкого. Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны. В том, что они кто старше, кто моложе, остались там. И не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же. Полчаса до танки, скоро снова под танки. Снова слушай разрыва концерт. А бойцу молодому передали из дому небольшой голубой треугольный конверт. И как будто не здесь ты, если почерк невесты, или пишут отец твой и мать. Но случилось другое, видно, зря перед боем поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала: извини, что молчала, ждать не буду, и все, весь листок. Только снизу приписка: уезжаю не близко. Ты ж спокойно воюй и прости, если что. Вместе с первым разрывом парень крикнул тоскливо: почтальон, что ты мне притащил? За минуту до смерти в треугольном конверте пулевое ранение я получил. Он шагнул из траншеи с автоматом на шее. Он разрывов беречься не стал, и в бою под Сурою он обнялся с землею. Только ветер обрывки письма разметал. И в бою над Сурою он обнялся с землею. Только ветер обрывки письма разметал. Спасибо всем, кто участвовал в этом концерте. Прозвучала и боль, и радость, и надежда, и счастье. Все, что связано с нами, с нашей Родиной. И закончим этот концерт, Толик, Анатолий Шенгер.